Привет, ребят! Вы на канале Рыбакит, на Инстаграм его части. Утро Рыбакит начинается. Я хочу на сегодня нарисовать несколько рисуночков. Хорошее настроение. Весна, 1 апреля. Я рисую на цветной бумаге. Я не так часто рисую на цветной бумаге, но у меня есть белый такой карандаш. Я его называю гелевая белая ручка. Это гелевые мелки. И я рисую белую зебру на голубой бумаге. И очень легко. Я рисую сначала ее тело, огромное, толстое, овальное тело, такая вот. Но она не толстая, это просто крепкая, здоровая зебра, которая скачет на 1 апреля и пытается... не пускают гулять, она сидит дома. Да, она скачет она по квартире, конечно, по своей, и сейчас мы это все нарисуем. Вот такая у меня короткая у нее, да? Шейка и ноги. Ноги такие у нее тоже простые, она такая веселая. У нее много энергии, потому что ее девать некуда, эту энергию. И она думает, что же ей делать. А я думаю, ей скажу: зебра, сядь, порисуй, посмотри мультик, делай зарядку, и у тебя будет все отлично. Вот такая зебра у меня получилась. Немножко белого на землю, и уже почти все готово. Такая зебра у тебя тоже получится. Смотри, зебра у нас суперская, очень простая, да? Но мы берем черный цвет и ее доводим до конца, чтобы она уже горела, наша зебра, и веселилась. А зебра обычно она в полосочке. И у меня будут прикольные полосочки, она будет вот так идти. Полосочки вот такие вот идти будут. Вот отсюда сюда. Я рисую здесь полосочки. Здесь такие полосочки. Это забавная веселая зебра по геометрии. У тебя есть линейка, если она у тебя есть, то рисуй зебру по геометрии, как я. Такие полосочки, такие полосочки, такие полосочки. И здесь у нее мордашка. Мы ее черным закрасим. Здесь глазик закрыт. Здесь полосочки так идут, как я уже нарисовал. А здесь вот так. Получается у нас супер-зебра. Хо-хо-хо. У меня хорошее настроение. Сегодня я хочу побольше порисовать. Прям вот сколько у меня есть будет время. 5-10 минут я буду рисовать. И очень быстро. Если ты успеваешь, то ставь на паузу. Сегодня я постараюсь побольше выходить в эфир, потому что праздник. И я понимаю, что дети сидят дома, и тебе хочется что-то новое и оригинальное. И то, что происходит сейчас, а не вчера или в записи. И я постараюсь это сделать. Я нарисовал травку светло-зеленым и темно-зеленым, да? После этого я добавил цветочков, ярких-ярких цветочков. Вау, чего-то не хватает. Догадайся, чего не хватает нашей зебре. Если ты смотришь на рисунок и уже все нарисовал, и бежишь показывать маме, а потом посмотришь и говоришь: чего-то не хватает. Конечно же, не хватает хвостика. И мы этот хвостик нарисуем. Я думаю, ты быстрее меня догадался, что хвостика не хватает. Здесь птички и очень-очень довольный рисунок. Ребят, рисуйте, радуйтесь. На канале Рыбакит я всегда рисую для вас. Приходите, рисуйте. Сегодня начнется какие-то новые движения. 1 апреля, и хочется что-то новенькое. Утро Рыбакит продолжается. Я буду рисовать веселые картинки, очень простые, сегодня и завтра. Пишите в комментариях то, что бы вы хотели. И, конечно же, если ты что-то нарисовал, то обязательно поделись в сторис. Я обязательно репостну твой сторис, и ты попадешь к Рыбакиту. Я все посты, все сторис стараюсь репостнуть, чтобы все видели, что ты рисуешь, ты конкретно ты рисуешь. Все, я ставлю на паузу и возвращаюсь через одну секунду и буду рисовать чего-то очень классное, может быть, даже лисичку.